Здравствуйте, я Ильдар Рафикович. Сегодня хочу вам рассказать о том, что такое индивидуальная ложка и нужна ли она вообще. Для того, чтобы нам, ортопедам, получить максимальный точный оттиск, мы используем индивидуальную ложку. И мы ее можем изготовить прямо в клинике. После получения слепка стандартной ложкой отливаем гипсовую модель, используя вибростолик, который предотвратит образование пор, и специальную резиновую калошу для основания. После того, как гипс застыл, извлекаем модель из ложки. Обрезаем края, изолируем поднутрение воском для возможности снятия готовой индивидуальной ложки с модели. Берем фотополимерную пластину, отжимаем на модели, обрезаем излишки. Помещаем в фотополимеризатор на несколько минут. Покрываем лаком всю рабочую поверхность для лучшей фиксации. И снимаем слепок с помощью индивидуальной ложки и слепочного материала. Сама технология изготовления несложная, но очень важная. И порой без индивидуальной ложки невозможно обойтись. Если нет зубного техника рядом, а работа срочная и нужно выполнить кратчайшие сроки, мы ее можем изготовить сами.